Доброе утро. Вы смотрите новости, в студии Анастасия Романова. Показатели развития экономики Алтайского края за 9 месяцев этого года оказались выше среднероссийских. Такие данные привел Росстат. Итак, оборот организации Алтайского края с начала этого года составил более 800 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. По росту оборота организации край входит в тройку регионов-лидеров Сибири. А по динамике развития промышленного производства входит в топ-5 регионов Сибири. Кроме того, Алтайский край сохраняет лидирующие позиции по производству молока и мяса за Уралом. Еще одно достижение. В этом году потребительские цены в нашем регионе росли медленнее, чем в среднем по России. А по динамике денежных доходов населения Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири. И еще один повод для гордости. Выше прошлогодних показателей и качества нового урожая, в частности, зерновых и зернобобовых культур. К такому выводу пришли специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна, изучив результаты мониторинга. Так, почти 90% всей выращенной в этом сезоне алтайской пшеницы по своим показателям соответствуют зерну так называемых высоких продовольственных кондиций. На высшем уровне качество других культур – ячменя, гречихи, чечевицы, гороха и подсолнечника. Качество масличных культур в регионе также лучше предыдущих лет. На сегодняшний день исследовано более 170 образцов подсолнечника. Напомню, в Алтайском крае завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превысил 5 миллионов тонн. И к новостям спорта. Хоккеисты Алтая провели стартовый матч против Курганского юниора. На игре побывал Дмитрий Гладких. После удачных выездных матчей, в которых наш коллектив сумел набрать важные очки, и скандальными расторжениями контрактов с ведущими игроками команды по обоюдному согласию сторон, болельщик пришел во дворец спорта, чтобы увидеть своими глазами, как изменилась игра коллектива Андрея Соловьева после всех этих пертурбаций по ходу первого круга. Стартовый матч второго Алтай проводил против Курганского юниора. 28 и 29 октября команды встречались в Кургане и поделили очки. Настроились, куда ниже падать уже было некуда. Это был, я думаю, мы уже под плинтусом где-то валялись, надо выбираться. Ну, в принципе, сегодняшняя игра – это продолжение тех игр, которые были на выезде. Будем стараться продолжать играть в том же духе. Обе команды начали этот матч, не форсируя событий. Счет в игре на радость барнаульской публики открыли хозяева. Андрей Локтев стал автором результативного броска. Не прошло и минуты, как Александр Зубарев не сумел прижать шайбу. На добивании первым оказался Валерий Трусов. 1-1. До конца периода барнаульцы владели инициативой, но забить так и не сумели. Мы с ребятами поговорили после выезда, решили продолжить победные наши серии, собраться, то и так уже немного в грязь лицом ударили. Мы подготавливались физически немного, нас нагрузили, дали немного кислорода ногам, чтобы мы нормально бегали. Второй отрезок матча гости начали активнее и имели ряд возможностей выйти вперед. Но скоростные контратаки барнаульцев были не менее опасны. Вывел сибиряков вперед новичок команды Владислав Янсен. В течение этого периода дважды ворота хоккеистов в белой форме поразил Дмитрий Ковязин. В итоге перед третьей 20-минуткой счет на табло был 4-1 в пользу алтайских мастеров. В третьем периоде команды так и не сумели поразить ворота, несмотря на то, что шансы огорчить друг друга у соперников были. Алтай набрал очередные очки и продлил свою серию до 3 побед. Проиграли движение, соответственно, моментов у них больше было, и мы удалялись больше, из-за этого проигран матч. Выполнили установку тренера, сыграли строго в обороне, попытались играть как можно проще. И на контратаках использовали свои моменты, в принципе, что и получилось. 2-1, 1-0, выходы. Ребята молодцы, забили. Сегодня команды проведут ответную встречу. И как это часто бывает в парных матчах, игра может пойти совсем по другому сценарию. Так что почивать на лаврах коллектива Андрея Соловьева не стоит. Только за счет концентрации и самоотдачи каждого из хоккеистов в малиновой форме алтайский коллектив сможет праздновать успех и в этом противостоянии. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Ну а я передаю слово Елене Хорошавцевой в студии утреннего канала.